Были обследованы три основных зимовочных района – гора Армовка и хребет Скирда, массив Бамбаки и Бурьянистый хребет. Также обследовались районы, где зубры на лугах появляются в небольшом количестве, либо эпизодически, и где зимующие зубры появились совсем недавно – это озерный хребет. Всего было учтено 23 группы зубров – это 413 особей. Это рекордное число за все время наблюдения зимовок зубров на горных лугах. Вероятно, это связано с тем, что и сама численность популяции растет. По крайней мере, с начала 2000-х годов мы наблюдаем ежегодный рост численности, вот, который едва замедлился вот только последние три года. И мы это связываем с достижением популяции емкости среды, по крайней мере, в пределах Кавказского заповедника. Хотя потенциал зубров за пределами заповедника, он более чем в несколько раз превышает потенциал зубров внутри границ заповедника. В целом, авиаучет подтвердил знания о зимовке зубров на горных лугах, полученные в предыдущие годы. Зубры из года в год занимают одни и те же участки склонов горных хребтов. Это говорит о стабильности и благополучии популяции. Вместе с этим зубры продолжают находить новые места для зимовки. Пионерами в освоении новых зимовок являются самцы. И если место найдено подходящее, то на следующий год здесь уже зимует достаточно крупное смешанное стадо. Учет зубров в Кавказском заповеднике проводится два раза в год. Летом для сбора информации вглубь заповедника отправляются группы научных сотрудников и волонтеров. Зимой учет копытных проводится только с воздуха.